А вот теперь прощай. Есть! Ребята, в этом ролике мы разыграем Гаррис мод. Все, что нужно сделать, написать любой комментарий, подписаться и поставить лайк. А победителя вы сейчас видите на своих экранах. Напиши мне в Дискорде, в Телеграме или ВКонтакте и забирай свою игрушку. Всем удачи! Hey, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Фонтан, Steam, Куёко, Dark Dragon, Lockdog, Серега, пацаны, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Здорово, бандиты. Сегодня мы играем в Гаррис мод. Давно у нас не было погони, но сегодня непростая погоня, где пацаны будут все на машине с пулеметами, а я буду один выживать. Ну а дальше у нас будут танки, броневики и даже мощные бомбы. Если петь, кушайте, приятного аппетита, а я начинаю убегать. Ух ты, ё-моё, вот это подача неожиданно, неожиданно, ребята. Начинаем буксовать. Отвали! Да ладно, да что она так легко выносит? Ладно, Дим, давай еще фору тебе дадим 10 секунд. Хорошо, хорошо, я другую машину взял. Вы меня убили сразу, представляете? Знаешь почему? Он попал именно в меня четко. В бошку тебе подстрелил. Да-да, 3, 2, 1. Выживалочка началась. Охота началась. Да. Надо быть осторожным. Пацаны агрессивно настроены. А почему сразу агрессивно? Дружественный. А, да, дружественный огонь открываем. Это хорошо. Да. У меня, кстати, это броневик с сердечками, Дима, едет. Да? Хвосты оставляют сердечками. О, это хорошо. То есть я тебя убью, любя. Не надо, не надо, любя. Надо. Так, я вижу уголок. Я, короче, смотрю за угол круглого дома. Ну че, пацаны, вы мне не можете найти? Нашел критическое место и выглядывать за нами. Да, я специально так сделал. Но один танк уже уехал. Красиво, красиво, ребята. Пока мы выживаем. Но мне что, надо максимально долго выжить. Хорошо, выезжаю. Дима. Мое терпение. Сразу даю газы. Калашматки, это конец карты. Сереги на сердечке видел. Понял, где Дима. Серега, пока. Он. А это не я был. А это не ты? Вот красиво, это красиво. Между домами. Подвеска аж так крепит, прикольно. Блин, немножко страшно, что они все хотят меня убить и сразу открывают огонь. Вот как сейчас. Пробили колесо. Пробили, еще пробили колесо. Газуй, Димка, газуй. А вы тоже, да, быстрое? Давай! Ух ты! За парку взорвем. Вот это дрифт. Индийский дрифт. Отвали! Блин, вот это было жестко. Теперь, ребята, немножко усложнится задача. Вы можете выбирать любую машину, которую вы хотите. Теперь скорость против умения. Я покрашиваю свою машину. Да, можно. В желтый цвет, и вы узнаете меня среди тысячи. Только сейчас я уеду. А нет, я в зеленый покрашу. Так, ну, наваливаем. Приди. Да отвали ты, щенок. Ты меня не догонишь, у меня машина. Да ну подожди, мы же не стреляли. Не игрались. Дима, такой может? Ладно, дам тебе фуру, проезжаешь мимо меня. Он может мне дать много жизни, чтобы уничтожили машину, а не меня. Вот это прям, ребята, совсем жестко, потому что теперь они взяли любое оружие. Кроме ракет. Ну а следующий уровень будет уже и ракеты. Так что, ребята, досмотрите ролик до конца, потому что будет все жестче и жестче. Так это прям сильное оружие, ты что? Ты разрешил. Так это прям сильно, давай пулеметы, ты что? Это же у тебя разрывные. Да иди в жопу. У меня машина настолько быстрая, что ты не догонишь меня. Думаешь? Да я уверен даже, смотри. Видишь какой-то райхит? А я не за тобой еду. А. Понял. Вещь не видим. Надо просто поворачивать. Сразу даем газы на всю. Прощай! Ой-ой-ой, у него электрошокер. Чем врежешься, Дим? Не врежусь, я же уже наученный. Ух ты! Отвали!
Отвали, Серега! Машина моя, моя машина, моя машина! Колеса! Вот это жестко бомбят, ребята! Коптит, дымит, дермит вся! Давай, Димка! Все. Ой-ой-ой-ой-ой! Это было жестко. Ну что, пацаны? Нет, да, вы меня уничтожили. Но еще не все. Теперь я попытался. Вы знаете, в GTA, когда воруешь танк, чувствуешь себя королем. А теперь я угнал танк. Сейчас я его покрашу в желтый цвет, и вы его узнаете. Я даже сделал такой цвет. GTA Vice City. У меня такой желтый с черной полоской. Ну что? Желтый с аниной. Желтая санина, да. Я угнал танк. Давайте, кто против меня? Ду, вот это именно мощь. Смотрите, убийство дурачка. Мы можем использовать ракеты. Ну, наверное, да. А, ракеты, да, кстати, надо валить. Я уж вспомнил, эти машинки вроде по чуть-чуть, а потом и жизни нету. Но это мощь на танке, ребята, это реально мощь. Че, перепутал что-то? Иди домой, собирай хлеб. Играть, да? Давай попозже чуть-чуть, когда уже, если тяжело меня будет поймать, возьмете тоже танки. Но пока, мне кажется, если возьмете танки, вы меня просто убьете сразу. Дима, ты где? Я убиваю твоих союзников. А где? А, вот тут возле памятника. А, ты возле памятника? Давай, дави их. А, не попал, да? Хорошо. А что такое за рикошет, вы видели? Отрикошетило. Ой, красиво. Это был не рикошет. Да слышь ты, успокойся, псих. Надо валить. Они сейчас если сосредоточатся, они реально убьют. Надо сваливать немножко. Блин, ну я уже немножко копчу. Я уже копчу. Да откуда этот падла стреляет? Сдохни! Ты что, ты псих? Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! А, вот так, значит. Это моя ракетка. Ах ты говно. Это ты был, да, Серега? Нельзя, нельзя. Вот это у нас мочилово. На, я думал, будет рикошет опять. Нет. Да дайте выехать мне с этого поля. Я уже задрался здесь воевать. Все, просто нашив жмем. Что за кусок говна стоит на моем пути? Эй! Ой, их было рядом. Ух ты! Ты чё по мне стреляешь? Смотрите, сейчас я его убью по красоте. Ого! Ого! Ой-ой-ой-ой-ой! На ход! А, не, Дима, тебе нет в парке. Не-не-не, я свалил. У нас тут красивая война. Ну что, хотите, пацаны, берите танки. Дим, тебе пизда. Давайте, на танке. Прощай. Вижу танк, баталия. Наш World of Tanks, да, кстати? Интеграция рекламы World of Tanks. А у нас этот, свой World of Tanks. На. Ух. Все? Да, он загорелся. Ну что, Серега, хочешь, мы против тебя повоюем? Все. Ого. Погнали. Извини, кто-то на дороге стоит, нельзя стоять на дороге. Все, Сережечка, я к тебе еду. Какой цвет, Серега? Желтый с черным. Ой-ой-ой-ой-ой, ты что, псих, что ли? Я вижу Серегу, вижу цель. Меня я не должен... видишь ты. Как это я не вижу тебя? Ну сейчас не вижу, но сейчас увижу. Пацаны, он в этой части карты. Где-то он здесь. Тю, блин, это я думал, Серега, это наш. Вы его видите? Драго, не пали. А, ой. Да, он убил, короче, своего. Ты цвета не различаешь? Перекур. А где же Серега?
Попадаю. Чекаем всю карту, его нету. От хитрая какая. Какой у него там? А где он? О, вижу войну. Я вписываю со всей силы. А может? Бум, ого! Извини, это баг игры. Так бывает. Да ты сдохнешь или нет? А, он уже загорелся ты. А где он? А я фиг. Да, он здесь со мной воюет. А какой у него тип? Помогите. Где помочь тебе? Мы не знаем, где он. Все хорошо. Я его убил. Да ладно, блин, а как дурачок тут езжу, никого найти не могу. Дима, вот ты меня оттолкнул, короче, я закружился, через забор прилетел, прям к нему. Че, давайте каждый сам за себя. Давайте, ребята, решающий бой. Кто проигрывает, ждет, не участвует. 5, 4, 3, 2, 1. Поехали. Хорошая тактика. А какая? На крысу стрелять. Ляты крысы. Молодчик, молодчик, перезарядились. А тут еще и рикошет, блин, действует, Дима. Да. Но танк не было же раньше. Не было, не было. Раз появился и... сейчас уже. Это там танк подбрасывает, а? Я не подбрасываю. Он сам летает. Хоть братья. Я тебе серьезно. Я не вижу танк, не вижу танк. А где? Я где-то ж видел, вот там танк ездил, а? Это тебе привиделось, Дим. Не-не-не-не-не. Так, тут так увеличивать можно, офигеть. Бум. Я кружусь, блин. Ты горишь. Чё, дурак, что ли? Я тебя сейчас убью. Все, локдаун минус. Я тебя видел, я тебе доказал, что я сильный. Прощай. Он тупо крутился, Дима. Локдок, получается, уже выпал. Так, да, кто еще, кто еще там остался? Еще кто-то выпал. Фонтан. Фонтан. Красивое попадание, мне это нравится. Не-не-не, ребята, все, проиграл-то и проиграл. Красивое попадание. Это был рикошет. Красавчик, красавчик я. Все, втроем остались. Слышь ты, стекольщик. Мирного подогонщика. Красавелла, брателла. А вот теперь прощай. Есть! Я выиграл? Нет, я остался вообще-то. А где ты? А вот я крысничал все время. А, ты на, крысу на подрубал. На крысичек сидит. Проявляется, да, твоя натура крысятнича? Серега, ты знаешь, как тут сводку делать на танке? То есть? Ну, тут же можно сводить. Б английскую нажимаешь, ты прям сводишь. Дуло прям далеко видно. Дима, зажми сейчас shift справа. Ах ты тварь, а? Убил? Нет. Дрога! Дим, зажми shift с пробелом, потом подожди 2 секунды и отпусти пробел. Да я бы лучше бы тебя не слушал, голимый ты своими пробелами, блин. Ух ты! Если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в ВКонтакте, в Дискорде. Вам всем отличного настроения, посмотрите мои ролики, еще.